182 человека, именно столько юношей и девушек, получили диплом на торжественной церемонии в районном доме культуры. Выпускники колледжа Московия готовятся вступить уже в профессиональную жизнь. Специальности: сервис на транспорте, организация перевозок, управление на транспорте, техническое обслуживание автомобильного транспорта. Юристы, в общем-то, гораздо такой шире спектр профессий у нас сегодня, чем был раньше. Ребята будут трудоустраиваться в основном на предприятия Ленинского района, ну и, конечно же, в московский аэропорт Домодедово. Приоритетным направлением для многих студентов колледжа считается сервис на воздушном транспорте. Вот и Матильда Размамедова не исключение. В период обучения девушка в составе сборной колледжа стала победителем всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Я изначально знала, что хочу поступить в колледж, чтобы получить среднее образование и именно по специальности в области авиации. Вместе с дочерью всегда был отец, который помогал и поддерживал. Красный диплом девушки – еще один повод для семейной гордости. Она вообще у нас умница. И я считаю, что для предприятия аэропорта Домодедово это достойный кадр. Молодые специалисты говорят, что уже скучают по тем временам, когда впервые пришли в колледж. Тогда они и подумать не могли, что учеба закончится так быстро. Преподаватели, атмосфера сама. Мне очень рада. Я очень рада, что я здесь встретила своих лучших друзей. Ну и вообще, все супер. Выпускников поздравил первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, который подчеркнул значимость колледжа для муниципалитета. Когда-то это и коксохимический, когда-то это ивновский профессиональный, когда-то это и училище Развилки. Сегодня это, я не побоюсь этого слова, градообразующее профессиональное учреждение в области профессионального образования, колледж Московия. Не менее интересно будет и дальше. Ребята находятся только в начале карьерного пути. Многие из них уже трудятся по специальностям, а кому-то еще предстоит найти свое первое рабочее место. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.